соревнования между нашим университетом, Korea University и Yonsei, будут проходить спортивные игры. И вот мы приготовились с Арукой. Будем сегодня болеть за наших, смотреть игру. В общем, будет весело. Смотрите, как много студентов, одетых в нашу универскую одежду. Все, мы идем болеть за нашу. Мы идем на эту игру вместе с нашей группой, поэтому вот мы сейчас ждем остальных ребят, собираемся потихоньку и потом вместе пойдем. I'm so excited! Я впервые на таком мероприятии, потому что в 2019 году отменили игры из-за тайфуна или что-то такое, а потом случилась корона. И то есть вот это мои первые и последние игры вообще в университете. Мы прям как в садике идем группой, называется Пуза. Это наш student club. Они забронировали, кажется, нам места определенные. Вот, и мы вот именно там будем сидеть. Раздают здесь кофе, американо. В общем, нам нужно расписаться и свои данные оставить, и тогда они еще дадут нам вот такие вот печеньки. How many men on that call? Our ships can take six each. It's still three short. We'll find a way. Потихоньку собрался народ, смотрите, как много людей. Единственное, было очень жарко, и мы укрывались от солнца, чем могли. Вот так вот и сидели, было очень весело. Вы просто посмотрите, как болельщики с красной стороны поддерживают наш университет, Korea University. Атмосфера там была просто нереальная. Ребята из нашей же организации раздавали нам бургеры и колу. Ура! Так что мы не остались голодными. Жарко, мы, кажется, даже загорели вон. И, кстати, если вам интересно, почему я в очках, то я их не могу снимать, потому что я сделала операцию на глаза недавно. Так что да, мне нужно быть в очках. Ах, здесь классно, свежий воздух. Что-то там не поделили, они зацепились, кажется. Go there!
сожалению, мы проиграли. Нас там разгромили, у нас разница была, получается, 6 очков. Вот. Мы жутко устали с Арукой. Сейчас хотим пойти, сесть в кофейню и просто купить кофе, чуть-чуть отдохнуть. Еще мы перегрелись. Было ужасно жарко. Вот прям погода, с погодой нам не особо повезло. Вот. Но вечером мы еще вместе все с ребятами тусим в нашем университетском районе. И потом завтра еще будут остальные спортивные игры. И тоже будем потом автопать. Мне, кстати, нравится, как смотрится вот эта наклейка. Мы с огромным удовольствием съели эту пиццу и поехали обратно к себе в универский район. Вот еще какая-то Марица. Приехали в район нашего университета. У нас сегодня очень много людей здесь, на улице. Сейчас мы хотим зайти в кофейню, чуть-чуть взбодриться, выпить чего-нибудь, посидеть, отдохнуть. И потом мы встречаемся снова с нашими ребятами. Пойдем вместе гулять, петь песни. Вот, такой чисто корейская гулянка. Мы видим наших ребят. Все, мы посидели с корейцами, кроме нас там все пили. Потом вот в какой-то момент нам уже стало сложно поддерживать с ними разговоры, и мы устали, и мы решили оттуда уйти. Но по идее у них там есть еще вот второй, типа ича, как называется? Типа второй круг, да, то есть они идут в другое заведение и еще дальше пьют. Вот, но при этом всем завтра мы идем еще на другую игру, но уже идем не с этими ребятами, а просто сами. Вот, ну, надеюсь, мы сможем занять классные места и будет весело. Все, всем пока. Go! Oh.
во время завтрака, короче. Очень много людей. Ему уже минут 20. Всей аравой идем к нам в университет. Обалдеть. Обалдеть. Мы все в поезде. Нас тут очень много. Это капец. Просто такая толпучка. Воу, как много людей. Идем на автопати вот после наших игр, и каждый год она проводится вот по очереди. В прошлом году проводили в Йонсее, в этом году проводят в нашем университете. Вот. Сейчас мы идем встретиться с нашей группой, с кем мы будем гулять, вот, чтобы потом вместе пойти. О, они тут уже собрались. Вау! Bueno.